Здравствуйте, я Пьер Кристиан Браше. Это программа о России. Съемочная группа телеканала «Культура» на этот раз посетила Казань. Одной из площадок съемки программы «Моя любовь России» стал этнографический музей Казанского университета. Это, на мой взгляд, совершенно новый подход, поскольку никто никогда не сделал серии передач о том, и о богатстве музеев России, и о том, что находится в краеведческих музеях, в университетских музеях, как здесь. Съемочная группа всегда готова отправиться в различные уголки страны, чтобы познакомить зрителей с необычными и интересными местами и людьми. Если мы знаем более-менее, что есть в Эрмитаже, что есть в Русском музее, что есть в музее Пушкина в Москве, что есть в Третьяковской галерее. Есть богатство в регионах, которое совершенно неизвестно, и это богатство надо показать. Темой программы, которая сейчас готовится к выпуску, стали ювелирные украшения татар. Подготовка к съемке – дело непростое. Нужно правильно настроить свет, камеру, микрофон. Директор этнографического музея КФУ Елена Гущина стала гостьей программы «Моя любовь Россия». Она рассказала об особенностях татарского народа и чем уникальны были их ювелирные украшения. Анна Глазунова, Владимир Нелюбин, Универньюз.